Всем привет! С вами музыкальный магазин Glinky.ru. И сегодня у нас прекрасные новости. Мы представим вам две новинки от компании Kurzweil. Это переносные цифровые пианино Kurzweil MPS-110 и MPS-120. Эти модели являются обновлением очень удачных инструментов MPS-10 и MPS-20. За счет тембров, взятых из профессиональных инструментов, и более совершенных клавиатур, линейка пианино MPS находится на более высоком уровне, чем модели КА. Эти инструменты относятся к одной из самых популярных категорий пианино. Это переносные модели среднего ценового диапазона. Секрет их популярности прост. Компактность, качество звука и клавиатура – все это может удовлетворить потребности большинства музыкантов. Единственным различием между моделями MPS-110 и MPS-120 является клавиатура. На 110-м установлена фортепианная механика LK-M400GH. На MPS-120 установлена более совершенная деревянная клавиатура LK-M400W. Обе клавиатуры достаточно продвинуты и обеспечивают приятные реалистичные ощущения от игры. Они имеют по 3 сенсора и градуированную жесткость. Это значит, что клавиши в басовом регистре более тяжелые, чем в верхнем. Каждый инструмент выполнен в форм-факторе переносного пианино. Они могут использоваться как с прочной железной стойкой, так и с деревянной подставкой. На верхней панели расположены дисплей, механическая ручка регулировки громкости и сенсорные кнопки управления. Пюпитр для нот, который идет в комплекте, состоит из двух частей. Одна часть прикручивается к корпусу, а сама подставка вставляется сверху в пазы. В качестве основного тембра рояля используются аналогичные сэмплы, что и в профессиональных рабочих станциях Kurzweil PC4. Всего в инструменте доступны два банка звуков. Первый содержит 24 качественных фирменных тембра. Второй содержит набор из 128 тембров из стандартного списка General MIDI. Это значит, что любой скачанный из интернета MIDI-файл будет корректно воспроизводиться на инструменте. Современный процессор инструмента обеспечивает полифонию 256 голосов, а наличие эффекта струнного резонанса очень сильно оживляет звучание. Также здесь присутствуют все необходимые функции – метроном, игра дуэтом, разделение клавиатуры, возможность записи одного трека. За вывод звука отвечает акустическая система мощностью 24 Вт. А для бесшумной игры на передней панели инструмента предусмотрены два разъема для подключения наушников. Есть Bluetooth, с помощью которого можно передавать на пианино аудиоданные со смартфона. А наличие USB разъема поможет превратить инструмент в MIDI-клавиатуру или внешнюю аудиокарту. Kurzweil MPS-110 и MPS-120 – это интересные инструменты, которые могут подойти для большинства задач. Их можно рассматривать как пианино для обучения, домашнего музицирования или как инструмент для работы в студии или выступлений. Их прямыми конкурентами являются такие популярные модели, как Yamaha P125, Roland FP30 и Kawai ES-110.